Это что такое? Это что такое? И кто же ты? Яков. Яков, прикинь, Яков. Так, не подсматривайте, я тут творю грязные вещи. Ой, а я-то чё? А я-то чё? Здравствуйте, не забирайте меня, не забирайте меня, у меня баллон есть. Пропусти, мужчина. Открой, дурачок, открой. Расскажите мне, и тогда я смогу вам помочь. Во-первых, ты пиздобол, ты просто делаешь контент. Не мешайте, мы тут разговариваем с призраком. Он не перестает ему писать. Ты себе друга по переписке нашел или чё? Вечерочек, ты на канале Ганты Геймс, где мы с тобой играем в разные игры, и мы продолжаем играть Summer of 58. Во-первых, выходи, Яков больше не отвечает, пора идти в заброшенный госпиталь, нужно оторвать доски от входной двери. А, даже так? Мы даже куда-то пойдем сейчас с тобой. Вот это да. Вот это я понимаю. Рви, ломай. Пошли оттуда. Такой, я штука их, сука, заколотил несколько ночей назад. И мне снова надо их все ломать. Потому что ты дурачок. На кой хер ты это сделал? Я просто в шоке. Для чего он это сделал? Ночь номер 3. В смысле ночь номер 3? А, мы в госпиталь в ночь пошли? Ну да. Яков сказал, что здесь я смогу найти доказательства. Давай осмотримся. Госпиталь, вы добрались до заброшенного госпиталя. Берем камеру. Это самое важное, что у нас вообще есть в жизни. А словарь берем. Потушил свечу на какой-то хер. Я не специально. Так, новая локация. Класс, супер. Пойдем изучать. Я только что пришел, мне нужно найти доказательства. Хорошо. Яков, мы найдем доказательства. Мы тебя... Жутко, кстати, жутко. Ну, жутко, но я не боюсь. Мне не страшно. Закрыто. Закрыто. И куда нам? Кто-то ходит. А давай сделаем еще погромче. Так, ну тут, походу... Я просто все никак не могу привыкнуть к выходу. Вот этим, типа... ПТ, что это все-таки не бегать из двери в дверь, а это туда-сюда ходить. Ага. Ну что-то вроде страшненькое. Что-то вроде пытаются пугать. Бегаем туда-обратно. Возможно, что-то откроется в итоге. Видишь, одно дело, ты типа бегаешь, просто что-то изучаешь. Опа, разбили. Вот, понимаешь, мне просто может быть не настолько страшно, потому что я понимаю, что это все-таки не в жизни. Опа. А вот если бы это было в жизни, я бы уже 1000 раз бы обосрался и не знаю, что бы со мной происходило. 46-й год, после войны. Десятки детей попадают в приюты после того, как потеряли родителей. Детский дом для содержания и воспитания детей-сирот работал под руководством военных. Ебать жуть, ебать жуть. Что-то громко. Шкаф. Шкаф. Ебать, я спрячусь за шкафом. Глянь текстурки шкафа. Разрешаю его использовать на твои превьюшки. Если ты снимаешь видео, то возьми ту текстуру шкафа, и я тебе разрешаю. Но я это взять не могу. А, ну опять туда-сюда бегаем. Хорошо, я понял. Короче, рано или поздно нас кто-то в шкаф заберет, смотри. Точно говорю. Прикольно. Ага. Опа, я иду к тебе. Кто здесь? Кто здесь? Врываюсь просто. И меня краеэфир научил не бояться. Возможно, это все из-за краеэфира. Я там, конечно, пообсирался знатно. Тут ничего взять нельзя. О, ебать, я тебя испугался. Вот это страшно. Вот это пиздец как страшно. Посмотри на вот этого танцора. Без руки. Врач детского дома был задержан за незаконную торговлю органами в течение 6 лет. Он обманом ставил неверные диагнозы и проводил операции по удалению почек. Директор не знал об этом, но и не смог дальше возглавлять свою должность. Детский дом закрыли, здание стало заброшенным. А, то есть вы хотите сказать, что он не в курсе был, да? Я могу этого пацана с собой взять? Пошли со мной. Ладно.
тут закрыто. Эта дверь ведет в другой коридор. У меня с собой в рюкзаке есть болгарка. Я могу срезать все цепи и найти, где спрятаны доказательства. Мы тут прям, слушай, прям топим за... Ух ты! Блять, мурашки пробежали. Мурашки пробежали. Ну смотри, было бы... Это место меня не отпу... Это место меня не отпустит. Я должен закончить то, что начал. Окей. Берем болгарочку. Опа, кто-то был. Я кого-то видел, но очень плохо. Очень плохо я... А, ты вот это хочешь спилить? Хорошо, когда болгарочка-то на аккумуляторе, да? Всегда работает. Там все по-старому. Отворяй, отворяй. Опа, это что такое? Это гантельки? Ну, не гантельки, а блинчики. Блинчики, гантельки. Так, вот это. Что-то есть вкусненькое здесь? Ничего. Эх, ничего не оставили. А как... Опа, я вас слушаю. Открывай. Но погодь. Погодь, погодь. Мы же тут еще не все посмотрели. О, видишь, я же говорю, не все посмотрели. Я знаю, что поступаю плохо, но у меня нет выбора. Я должна спасти своего сына Ваню. Мне повезло, что Алексей Сергеевич согласился помочь. Я не должна его подвести. Никто не должен знать о наших делах. Она все знала, не врите. Она знала прекрасно, что детей отправляют на почки. Она все прекрасно знала, кого вы пытаетесь надурить. Это, значит, неверная статья какая-то. Да блять! Почему двери сразу все не открылись? А, все-таки он бегает! Это местный заяц! Это местный заяц! Кукла, ну вы даете, конечно. Просто я не знаю. Вот. Куда я иду? Блин, прям. Они прям коридорчик сделали. Я не успел его спасти, я не верю. Этого не может быть. Это не мой Ванечка. Я спасу его. Мне нужно срочно найти доктора. И это она типа орёт. О, возьмем, пожалуй. Это нам понадобится. А что ты еще хочешь резать-то? Опа. Закрыто. Я иду. Просто оно бы, знаешь, пугало больше, если бы они бежали на меня. Вот это, конечно, очень сильно пугает. Кто прячет блины? Что это? Холодос? Я не знаю, это не холодос. Кто такой вы... Что происходит? А ну выходи, нечистая сила. Ну всем выйти из сумрака. Никого нет. Зря я свечку потушил, хоть какой-то был бы свет, а я вообще в тьме. И что, я могу теперь это все двигать? Нет. Я все равно не умею двигать вещи. Может мне сюда? Так это болгарка. А зачем я взял болторез? Слушай, я чувствую, что мы движемся к финалу. Батарея болгарки разрядилась. Неприятно. А, вот он ты, к ванну принимаешь. Да? Ванна — это хорошо. Так, и что у нас тут? Записочка очередная, отлично. Не знаю, доживу ли до утра. Потому что сегодняшняя смена мне не дает покоя. Я хочу отсюда сбежать, но тогда мне не заплатят. Я слышу голоса, как будто я здесь не один. Мне показалось, что я видел женщину, вернее ее силуэт или тень. Она прошла сквозь шкаф в стену. Я боюсь идти за ней и отодвигать шкаф. Не хочу проверять, правда ли это, или может это все мое воображение, которое обострилось после стакана водки. В любом случае, там висят какие-то подделки из перьев и паутины. Я такие нигде не видел. Выглядят они жутко, да и пахнет оттуда как будто мертвечиной. Ладно, выпью еще стакан и лягу спать до утра. О, кручу-верчу, обмануть хочу. Слышь, как еще скрипит все? Вот когда читаешь, это я вслух читаю, а если ты читаешь молча, это еще больше нагнетает. Шкаф, вот за это шкаф? За это шкаф, там что-то должно быть, слышишь? Нет? Нет. Че, выходим, нас опять пугают? Алло? Там кто-то ходит. Подвиньте, пожалуйста, тут все. Подвиньте тут все, я хочу пройти. Ебать, зависла игра. Но это было не по себе. А, вот теперь нам эта штука пригодилась, отлично. Вот он, танцор тут стоит опять. Подожди, ты что, ванну принимал?
Игра, ты так не висни. А то пропадает весь задор. Курить на лестничных клетках и холлах запрещается. Окей, не буду. Опа, а нет, нет, откройте. Ага, начинается, все, опять бегаем. Я понимаю суть игры. Опа, быстро. Ах ты маленький скотина. Матрешка меня больше напугала, чем этот пиздюк. Он смылся в унитаз. Прикинь, он, сука, он смылся в унитаз. Матрешка, представляешь, он смылся в унитаз. Ой, блядь, вот это да. Дьявол внутри. Вот это было жутко. Вот это, конечно, да. Вот это хорош, мне понравилось. Прикольно, рисуночек красивый. Но штаны надо будет поменять. Откроешь? О! А, вот я где. Опа. Там кто-то ходит. Блять, вот теперь мне жутко после вот этой мрази. Мне кажется, с нее нужно было начинать всю игру. Блять, теперь мне очень страшно, слушай. А, это я так отодвигаю? Блять, кто-то идет. Давай что-то делать. Опа. Так. Сука, я тебе отвечаю, вот из-за того, что вон там стоял этот хер, он меня так напугал. Висит человек. Как же столько лет ее тело не разложилось. Опа. Опа. Мне тоже интересно. По костям хожу, прикинь. Пусть тот, кто меня найдет, почувствует, какую боль перенесла мать, потерявшая свое дитя. Я проклинаю всех, кто не смог мне помочь. Я не собираюсь так просто уходить, и я вернусь. Человек хороший! За что ты должна его проклинать? Что она хотела этим сказать? И как она вернется? Мария, мне так жаль. Да, он помочь пытается. Я пришел вообще попиздеть. Разобраться в твоей ситуации. Тут документы от 58 года. Алексей Сергеевич, о котором говорила Мария, ответил ей, что не станет больше так подставляться и отказался с ней работать. Тогда о каком деле шла речь? И с кем она разговаривала, когда ее видел Яков? Еще... Есть еще кое-что. Документ о свидетельстве смерти – это ее сын Иван. Он умер осенью 50 года. Видимо, она не вынесла этого и сошла с ума. Она так хотела его спасти, что потеряла связь с реальностью, бедная женщина. И вот это почитаем. Свидетельство о смерти, которое нельзя ни покрутить, ничего с ним сделать нельзя. Ну чё, друзья, почему вас тут так много? А, подожди. Подожди. Вы все ее нашли? Это значит, я с вами тут валяться скоро буду? Ну нет, ребят, ну нет. Я не согласен. Что это? Нож. Красивый, посмотри, я скоро вернусь. Мертвые и погребенные, это достижение. Блять, нужно убираться отсюда как можно скорее. Ой-ой-ой, блять, ты что творишь? Я не нюхал твои ноги. Ах ты ж ебать. Начинается, слушай, это страшно, мне нравится. Блять, мурашки меня одолевают. Вот это, конечно, да. Вот это да. Выходим, пожалуйста. Все, собирай вещи и пойдем отсюда. Что-то не так? Это я не двигаю ничего. Все нормально, загрузка. Три недели спустя. Слушай, да походу... Мы прошли игру. Возвращение в лагерь, нет? Какие-то мы там доказательства нашли. Так, музыка что-то слишком громко как-то. Аж меня перекрикивает, надо будет делать потише. А камеры не будет? И куда нам? То есть я через 3 недели только вернулся. То есть получается, да? Я увидел мать. То есть вот поговорил с ним, пошел, увидел мать. Обосрался. И только вернулся через 3 недели.
Что происходит? А, привет, Яков. Больше не нужно бояться, что тебя найдут и обвинят в том, чего ты не делал. Я обо всем позаботился. О том, что ты тут живешь со своими друзьями, я никому не рассказал. Охраняйте и дальше это место. Теперь это по праву только ваш дом. Твой друг Алекс Мортон. Молодец. Просто, понимаешь, какой мужчина. То есть он снимал все это. Я рад, что это расследование получилось таким интересным и уникальным. Мне удалось разгадать тайну 58-го года и помочь Якову обрести спокойствие и свободу. Об этом вы можете прочитать в моем блоге. Но нужно двигаться дальше. Я отправляюсь еще в одно место с ужасной историей, где ранее проживали ведьмы. И там у меня будет необычное дело. Об этом я расскажу позже. Вот, это прям такая пасхалочка на будущее интересная. Но подожди, я не понял. То есть... Он два раза проходил вот эти прошлые дома, он заходил, и там, говорит, ничего не было. То есть его не смущало всякая дичь, что там происходило. А тут прям его супер прошли, класс. А тут его прям, я не буду никому рассказывать, у тебя же на этом все строится, сука. Ты в любом случае об этом расскажешь. И все равно говорит, что я в своем блоге поделился. То есть ты в любом случае рассказал. То есть в любом случае туда будут приходить люди. Думаешь, они не выяснят какой-то лагерь? Но это тоже странно. Выяснят и придут. И будут заниматься хуйней. И мешать им там жить и находиться. Алло. Кто так делает? А так игра очень крутая, на самом деле. Подожди, подожди. Я понял, что это такое. Я понял, что это за дом. Это да, это какая-то будущая игра, которая должна быть. А вроде так и пока никак не выйдет. До сих пор, кстати. Это если я правильно все понимаю. Но игра мне понравилась. Именно такой интерактив очень интересный. Поэтому все супер здорово. Музычки поменьше, но заяц. Я хочу такого зайца. Подарите мне такого зайца, пожалуйста. А, погодь, вы мне дадите поиграть здесь? Серьезно? То есть вот демка этой игры, она сейчас будет активна? Нет? Меня только что объебали. Просто в наглую. Несколько дней спустя. Подожди. Что происходит? Или все-таки нет? Или все-таки все нормально? Ебать, мы где? From day to day. Дали достижение еще. Еще мне дали достижение. Слушай. Это волшебное место мне даже не сбросило загрузку. Оу. Ну не сбросило все мои, да, эти... Все мои настройки. Батарея разрядилась. Ну, зашибись. Мне нужно было дождаться человека, который купил этот дом, но после его приезда через несколько дней что-то пошло не так. Это место перестало быть безобидным. Я здесь в ловушке. Я не думаю, что женщина из приюта в России могла привязаться и последовать за мной. Этот дом обладает маятником для таких, как она. А что, если и другие духи проследовали за мной? Может, поэтому в тех домах я никого не нашел? Мне чудом удалось сбежать из того заброшенного детского дома, но в том, что я сейчас освобожусь, не уверен. Нужно постараться выбраться и предупредить того парня, что здесь остается, что здесь оставаться опасно. Интересно. То есть ты думаешь, что за тобой охотятся всякие мрази? Ну смотри, это вот... Это вот опять наеб вот в стиле Эмика Геймс. Сейчас вот мы пройдем. Буквально чуть-чуть. Вот прям... Блять, 5 минут, меньше 5 минут, 3 минуты. Обосремся и конец. Смотри, стопудово. Оно так и работает. Оно так и работает. Нет? Кто, куда мне бегать? Ох ты ж, нихера, я увидел, там кто-то стоял. Ага, я увидел, кто-то там стоял. Можно мне камеру? Так, подожди. Мне это не нравится. Ну так прикольно. Почему эта игра до сих пор не вышла? Пусть выходит. Пожалуйста. Так, что? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ты что? Куришь? Продолжение следует, потому что курить вредно. Видимо, все. Прошли игру. Зашибись. Две серии. Отлично справились. Далее, думаю, будем также проходить бандл Эмики Геймс. Пока у меня тянет вообще мой ноутбук. Это все прохождение, даже на небольших настройках графики.
Там должно быть тоже что-то интересное. Но если пятый Unreal, то вообще не Unreal. Нереально так будет проходить. У меня тупо он не тянет, к сожалению. А так игра здоровская. Вот все, что я говорил во время титров, вообще мне понравилось. Интерактивчик классный. Надеюсь, в следующих играх он останется и будет только даже лучше, чем он был до этого. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, пиши, как тебе ролик. Ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всего. Но это еще не все. Достижения, оказывается, заработали мы не все. Поэтому не переключайся, идем по достижениям. Одно из достижений, оказывается, это мы сейчас в выборе уровня. Видишь, тут можно выбрать уровень. Вот, уровни пошли. Их всего 8, оказывается. О, даже дверцу можно тут подкрыть. Ебать. В смысле? Я же просто, блядь, уровень выбираю. Жуткая тьма. Я вот получил одно достижение, к которому я не был готов. Абсолютно. О! Find yourself дали достижение. Я могу его взять? Не могу. Вот это, конечно, неожиданно. Вот это круто. Я уж думал, мы закончим игру. Так. Не могу радио выключить. И больше никакая дверь не откроется, да? Тут столько достижений можно заработать в одном... Кто-то смеется. Это же просто выбор уровня. Прекрати. Прекрати смеяться. Вот я бы... Опа, бета-тестеры. Неплохо. Это взять нельзя. Так, ладно, идем туда, где я знаю, что можно взять. Мне прям интересно походить, слушай. Я к такому максимально не был готов просто. Так, ну все. Тут ничего не открывается. Идем вот сюда. Опа, а тут фотография. Lock it up. Дали мне достижение. Если ты не понял, то это просто из прошлых как раз игр. Find yourself. Вот тот колокольчик. Lock it up. Вон та фотография. Двигаемся дальше. О, давай первый. О-о-о! Ты что, ебанулся? Зачем это делать, блядь? Это же первый... Это же выбор уровня. Жалко, что проебал, но мне было очень страшно. Пойдем на первый уровень. Короче, смотри. Смотри. Что-то тут есть. Баночка тушеночки, которую... Я не хочу обедать, съем позже, когда проголодаюсь. Попозже сможем ее взять. Так, смотри, тут кошечка. Какие-то... Опа, кто-то кормил тут кошек. Вот здесь, видишь? Поэтому мы сейчас идем и кормим кошечку. Понимаешь, как это важно? Вот ты бы подумал взять, что одной консервной банкой можно покормить кошек. Вот ты бы подумал, что вообще... И, во-первых, я бы, может быть, и подумал, если бы я ее нашел. Но я что-то в рюкзаке в прошлый раз ее не нашел. Оп, давай, корми. Вы покормили кошек, и тушенки не жалко. О, как аппетитно. Может, поесть? Смотри, я все сам съем. Так, мы разломали доски и первый раз заходим в эту комнату. И нам теперь... Нас не выпускало, пока мы тут все не найдем. Мы пытаемся выйти, он говорит, я не закончил осматривать комнату. Но мы еще пытаемся выйти. Он говорит, я не закончил осматривать комнату, я еще пытаюсь выйти. Он говорит, я не... Закончил осмотрю. Я еще раз пытаюсь выйти. И я вышел. Хорошо. Давай сделаем по-твоему. И достижение будь по-твоему. Просто, ну я бы не подумал возвращаться несколько раз назад. Так, и здесь еще вот такая фотография есть. Вы нашли фото лагеря. Как раз она на заставке даже есть. 55-й год. Открытие детского лагеря «Юность». А тут, когда мы переписывались нашим другом, вот тут надо еще было пособирать... Кучу фотографий. Вот она. Взял.
Следующая опять вот здесь. Мы их все теперь, короче, можем собирать. Не зря мы их просто так искали. Взял. А, я камеру не взял. Самое важное я не взял. Потом у нас вот здесь. Взял. Потом у нас вот здесь. Потом у нас вот здесь. Куча теток. И потом еще вот здесь. А, и нужно с ним до конца допереписываться. И наконец-то последняя фотография. Да? Да, любители старых фотографий. Вы собрали все фотографии в лагере во время переписки. И последнее, что мы не сделали, это не собрали свой спальный мешок. Ты прикинь, его нужно как-то собрать. Как мне его свернуть? Что взять? О, вот так? Да, странное путешествие, вы собрали все свои вещи. И на этом все.